Итак, друзья мои, я приветствую вас на канале. Мы завезли пеноблок для того, чтобы начать уже укладывать наш гараж. Гараж, я напоминаю, 35 метров длиной и 6 метров шириной. Будет иметь 5 помещений. 4 из них будут находиться, иметь ограждающие конструкции, то есть это стены разных комнат. И одно помещение будет, по сути, навес, просто навес. Сейчас я начинаю выстраивать первый ряд. Для этого мне нужно отстрелять все горизонты лазерным уровнем. Им я сейчас это отстреляю и начну выкладывать сначала углы, все углы по размерам. И потом уже мы придем к тому, что проложим сетку и вторым рядом уже доровняем все. Углы я выставляю по принципу каждого поворота. Из инструмента, который нам сегодня понадобится, это уровень пузырьковый, лазерный также. Но лазерный вы не увидите, я уже это стреляю все вечером, а пузырьковым буду равнять все блоки. Также я взял киянку, причалку, нитку. Да, в принципе, наверное, и все. Осталось только пила для пеноблока, и все будет хорошо. Смотрите кадры, включаю свою музыку на любимом своем музыкальном плеере. В общем, поехали. Что я хотел сказать по пеноблоку? Вы увидели, как мы разгружаем, увидели простой серый блок. Явно у многих появилась мысль, что почему не сибит, почему это не белый блок, автоклавный газобетон. Друзья, я работаю с простым серым пеноблоком, я знаю эту фишку. Во-первых, это недорого. Ну, он дешевле, дешевле в два раза. Планирую это все так же закрывать хаубергом, как на своем доме. Точно та же технониколевский хауберг. Попытайтесь мне возразить, что он плохой, что он осыпается, топорщится и так далее. Я проводил все возможные уже тесты. Блок мы будем класть на 30-ю сторону. Это точно. Поэтому он будет, в принципе, теплый, и утеплять сам гараж я не вижу никакого смысла. 30-я толщина стены, обрешетка и хауберг. Вот, так мы будем делать. По поводу, почему блок серый. Друзья, мы берем блок, кто в Бийском районе находится, знает, что есть чуйский блок. Он славится тем, что делается классная геометрия, реально ровный. И если выложить первый ряд хорошо на раствор, второй ряд выложить хорошо на сетку, то третий и остальные последующие ряды можно смело класть на клей пену. Зная подъем цен сезонных заранее, я взял Silfix цемент суперблок. Это клей пена для газобетонных блоков. Стройсистема из города Реутов эту штуку производит. Взял я сразу несколько пачек. С этой клей-пеной я уже работал. Она очень хорошо выполняет свои функции, поэтому знаю точно, что все у нас получится. Вот. Первые два ряда на раствор, потому что во втором ряду у нас будет сетка. Не буду использовать арматуру, буду сетку. Последующие ряды это будут либо клей-пена, либо это будет клей для ячеистого бетона. Тонкий шов, это тепло, это отсутствие мостов холода. Так, друзья, все, заговорился, заболтался. Выставляем первый ряд. Как раз проверим геометрию. Я вам ее покажу наглядно. Давайте в путь. И, пожалуйста, пожелайте нам хорошего пути в комментариях, потому что нам с сыном предстоит положить 15 рядов пеноблока за этот сезон. 57 кубов. И потом еще кровлю. Друзья, да все у нас получится. Пошли работать.
Замес произвожу таким образом. Одно ведро суглинка, три ведра песка речного и одно ведро цемента. Ну и воды по вкусу. А вот на таком составе, да, еще секретный ингредиентик, секретный, это пластификатор. У меня просто он остался, он на самом деле для использования при заморозках и так далее, но также он является пластификатором хорошим, поэтому я его буду там использовать. Вот что у меня уже получается, процесс идет. Сегодня хочется забить дальнюю стену до конца. Наблюдайте. Друзья, еще раз хочу уделить внимание своей поделке, которую мы с сыном сделали. Это просто помощник. Вот эту бочку раньше я таскал на руках всегда, ну, по дому, когда выкладывал. Мне очень нравится вот таз именно этого литража. Но когда у меня появилась телега, я уже думаю, сейчас надо над гаражом сделать въезд вот этот, который будет стандартный. И мы уже сможем на тележке этой въезжать прямо в гараж и развозить и блоки, и растворы, все что угодно. То есть мощей аккумулятора хватает на весь день работы вообще без проблем. Прикольно, вообще прикольно. И, кстати, в таком исполнении она очень сильно нравится сыну. У нас уже видно, что она максимально строительная, она вот где-то словила уже. Короче, такие наши строительные фишечки. Ладно, работаем. Проверили сейчас сына все электрорулеткой, ну, лазерной рулеткой. У нас все углы, все совпало, все здорово, все классно. Также вечером мы вчера отстреляли
периметр, ну, на всякий случай проверить вторую часть, там 0. А здесь на каждом пеноблоке нарисованы высотки. В основном пока гуляет разница в 5 мм, но вторым рядом мы это точно выровняем, потому что второй ряд — это сетка, и там тоже надо класть наклей, но я об этом в начале ролика говорил. Таким образом получается первый гараж, он 8 на 6. Дальше идем. Тут дверь в гараж, и тут дверь из гаража в хранилище. Это хранилище медовое. То есть вот тут у меня будет склад всего меда, который я отправляю вам, друзья. Здесь тоже вход в другой гараж, потому что иногда нам нужно взять товар и в этот гараж положить, в эту машину, которая здесь, тот там будет моя стоять, здесь будет стоять машина Евгения, Жени. И общий склад. Дальше. Этот гараж тоже 8 метров на 6, но здесь 4-метровые ворота. То есть этот будет больше. В него можно легко заехать двумя машинами без каких-то стеснений. 4 метра ворота — это прям, ну, за глаза. Скорее всего, даже будет так, что здесь будет две машины стоять, а в том гараже мы будем с вами поделки какие-то делать. И мы оказались в хранилище. Это второе хранилище. Здесь уже для техники. Ну, всякие там триммеры, садовые, там снегоуборочники и все остальное. Получается, 24 метра – это то, что будет помещение, и еще 10 метров – навес, то есть 34 метра все вместе. 35 метров. Ну, там же еще карнизы, все такое. Собственно, вот так. Подытожим. Друзья, первый ряд мы положили, углы, все готово. Погрешности очень небольшие, вообще все близки к нулю, поэтому считаю, что получилось очень даже неплохо. И давайте я вам покажу про клей-пену. Смотрите, вот, например, рядок, да, вот он, и смотрите, какие переходы, то есть сюда, здесь смело можно это и на пену класть, видите, все ровненько, вот так это грамотно получается, вот, но надо учесть, что это только первый базовый слой, который вторым еще выровняем. На этом мы, наверное, с вами сегодня попрощаемся. На следующем выпуске я вам покажу сетку, как мы ее укладываем, как кладем второй ряд и уже, наверное, часть третьего на пене. Поэтому подпишитесь, кто не подписан, и до скорых встреч. Все, пока-пока.